Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 9 октября 2023 года. Меня зовут Кристина, и мой канал называется Василианс Кристина. Я рада приветствовать всех своих подписчиков и гостей моего канала. Итак, закончились всякие совместные проекты. Я не стала участвовать в совместном проекте с Анной Полозняк, потому что у меня немножко, у меня есть две пары, которые нужно довязать носков, но я не хочу углубляться в носки, я хочу углубиться в игрушки. И сейчас вашему вниманию я покажу то, что я вчера связала. Вчера было воскресенье, и я связала вот таких вот зайков. Это моя милая зайка, зайка-малышка называется мастер-класс. Он бесплатно на YouTube-канале, на канале Мимо Море. Там есть в текстовом описании. И вот такая же тоже, это тот же мастер-класс, только разная пряжа, и поэтому по-разному смотрится. Глазки здесь глиттерные, на безопасном креплении, носик на безопасном креплении. Вот такие сердечки я покупаю тоже на Алиэкспресс, все куплено на Алиэкспресс, и даже хвостик есть. Таких зайков у меня берут, когда я хожу на ярмарки и на торговлю, поэтому я их подвязываю. Планирую на этой неделе еще подвязать штучков 4, если получится, таких зайков. Следующая моя игрушечка, уже которая готова, я тоже вчера связала. Это такой ежик. Таких ежиков я уже связана. У меня 3. Это вот 4-й. Их покупаю. Даже зеленым, желтым. К вашему удивлению, тоже куплено было. Продаю таких ежиков по 400 рублей. Здесь пряжа Ланоса Сингл называется эта пряжа. Поэтому так. Это получается пряжа Хималая Вельвет. И это, и это. Эта пряжа у меня называется Хималая Вельвет, а это Воланс. Банни Бэби. Белого цвета. Здесь глазки голубого цвета. Здесь глазки такие ярко-розового под красный, но тоже хорошо сочетается с этим цветом. Я почему делаю? Потому что я глаза сочетаю с костюмчиком, цветом костюмчика. Вот этот цвет очень хорошо берут. Не знаю почему. Вот как желтых зайцев, вот я не успеваю их подвязывать. Да, мне на этой неделе нужно минимум еще 2 желтых зайца. По моему мастер-классу называется «Моя милая зайка». Их нужно еще 2 как минимум связать. Также связать как минимум 2 таких зайков. Поэтому говорю 4. Вообще нужно на этой неделе связать зайков. Также планирую связать мишков. Вот ежика еще. Потому что у меня еще есть такая основа, я ее связала. Осталось подобрать колючки, да. Но у меня для колючек я купила таких вот расцветки. И мне кажется, бирюзовый сюда прям хорошо тоже впишется. И яркий красный такой тоже будет. Ну, все цвета. Мне очень нравится, как под этот цвет вписывается. Так что в ближайшее время увидите ежиков. Также я вчера еще вязала вот такого вот кота Колобка. Это по новой пряже. Называется она Атрика Плюш. Ее все рекламировали. Даже знаменитым блогерам давали для пробы. Они рекламировали. Я не осталась без внимания. Мне тоже захотелось такую пряжу купить. И я ее купила. Очень выгодно, недорого, плюс доставка также недорого обошлась, поэтому у меня всего 2 моточка, это первый моточек. Надеюсь, что этот колобок у меня получится большой-пребольшой. Это самый из всех большой, наверное, кот-колобок будет. Это нужно, сегодня довяжу его. Сейчас покажу вот еще одна мордочка, связанная для кота Колобка. Вчера связала, поэтому вот так вот. И сейчас отключусь и покажу вам мои недовязы еще. Вот мое бедствие. Хочу эту корзинку полностью извязать, как говорится, доделать. Это мишка. Называется мармеладный мишка. Вроде так назывался. Мы с таких даже мишек вязали с детьми. Его нужно доделать. Нашла я пряжу.
как бы сначала не могла найти, поэтому не доделала. Надеюсь, что в ближайшее время его доделаю. Вторая игрушечка, вот просто связан голова, наверное, тоже для этого, ну, как так, таких же мишек. Можно что-нибудь другое придумать. Так, вот это вот оленяшка, это по мастер-классу Алены Зелендиновой было, и я в том году как вот оставила, так оно и осталось. Думаю, что нужно его доделать, потому что оленяшки сейчас будут пользоваться спросом. Вот такая вот игрушечка, наверное, это котик, белый котик, тоже нужно доделать из полухлопка. Все есть, как бы, только рук не хватает. Потом вот такой вот, это домик-тыковка я вязала, его тоже здесь нужно доделать, как раз Хэллоуин, и вообще шикарно будет домик, даже так вот поставить дома, и пусть радуют мои глаза. Так, это вот сюда поставим, чтобы не мешалось. Потом я вязала, это мастер-класс, это второй у меня должен быть жираф. Жираф Оли, или как-то так называется, сейчас не помню, но для него связан шарфик. Связан уже. Я не стала отрезать, потому что не знаю, какая окружность будет шеи. Потом связаны ушки, рожки и вот всякие пятнышки. Здесь все сделано, просто дальше нужно вязать. Это вот все, что касается по этому оленю. Также вот я вязала, начинала вязать или совушку, или что-то, или, может быть, экспериментировала осьминог. Тоже такого цвета прикольно будет. Также вот связано у меня это наброски. Так, это мишка, который вот заказ у меня был, потом он отменился. И вот надо его тоже доделать. Это вот просто смотрела, какой лучше смотрится, какая лучше смотрится вязка. Зеленое это мои лягушечки по моему мастер-классу. Тоже в ближайшее время, может, с лягушки и начну, потому что лягушек я люблю. Вот с лягушек, может быть, начну. Также вот у меня вот такая болванка, это собачка Сина Уни. Может быть, из собачки сделать что-то другое, потому что можно сделать ушки и здесь мордочку сделать, и все будет как бы хорошо, да, как говорится, если не захочу собачку. А может быть, собачку. Потому что вот готова мордочка, наверное, это. И еще какая-то деталька была белая. Кто-то она делает. Поэтому вот так. Вот это вот ближайшее мое бедствие, как говорится, по игрушкам. Кроме игрушек у меня есть изделия. Это изделие Ализе называется, которыми там нужно два ряда рукавов связать, постирать и пришить к своей кофточке и носить, потому что это пряжа. А, вот еще, хорошо, что сюда обратилась. Вот еще куколка Wednesday не остановлена. И нога где-то еще должна быть. Сейчас найдем ногу. Вот. Нога тоже. Есть, так как говорится. Потом вот это вязала осьминога. Очень красивый осьминог должен получиться. Вот надо с чего-то начать, и эти недовязы мне доделать. Как у всех вязальщиц большинство. Все что-то не так. Сейчас я покажу еще вот для осьминогов. Моя мама как раз мне помогала, вязала эти щупальцы. Вот можно их применить под этот цвет. Очень даже хорошо будет смотреться. Или совушку, или осьминога. Какая-то игрушечка будет. И еще у меня есть вот такая вот штучка. Это котик. Это вот через Pinterest нашла картинку и вязала по картинке. И вот так вот забросила. Так что вот такие вот дела. Сколько будет игрушек, если я их доделаю. И на ярмарку пойдет, и так продам. По изделиям, значит, вот у меня здесь даже еще распущено уже. Видите, распустилась. Вот рукава. Их нужно провязать 2-3 ряда. И все, они подходят. Их просто нужно постирать и соединить с кофтой. И в кофте обвязать горловину.
и отдельно связать манишку. Потому что сейчас такая погода, с удовольствием бы поносила. Нужно этим заняться в ближайшее время. Так что вот так вот. Столько вот, видите, недовязов у меня. Вы говорите, что я все успеваю. Нифига, ничего не успеваю, да. Хотелось бы успевать, но не получается, потому что я работаю на двух работах. И вот в свободное время только вижу, еще вот выхожу на торговлю, потому что деньги тоже нужны. И поэтому так вот. Ладно, на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем любви, процветания, уважения, вдохновения. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, и нужно ее прожить достойно. Надеюсь, что я вот на этой неделе начну хоть какие-то свои недовязы довязывать. Я планирую, и поэтому я не стала участвовать в других совместных проектах. Хотя Анна Полозняк говорила, что можно довязывать носки там и тому подобное. Но у меня всего только два носочка. Я их свяжу, а мне упор делаю я на игрушки. Поэтому я решила все-таки эту неделю посвятить себе с игрушками. Да? Может быть, и следующую неделю, может, две недели возьму с игрушками. Потому что игрушки классные получатся, куклы классные получатся. А я их все-таки как-то торможу. На этой ноте я с вами прощаюсь. Всем любви, процветания, уважения, вдохновения. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, и нужно прожить ее достойно вместе с вязанием. Всем пока-пока. Ваша вязальщица Кристина.